Дзяўчатам там ляльки, хлопцам футбол. От самого нараджэння грамадства навязывае нам стереотипы и сексизм. А что, коли с гэтым крыху позмагаться? Футбол для всех – супольная инициатива правооборонной организации «Гьюман Константа» и аматорской футбольной команды «Аутазак». Что не выпадково, бо у складе команды гуляют правооборонцы и социально активные люди, которые не сгодны мириться с дискриминацией или выключением. Уличивающий контекст Беларуси, мы хотим попробовать про футбол, створить безопасную простору, где люди с разным этничным, религийным, культурницким и иным бэкграундом могут прийти, познакомиться одно с одним, позаниматься спортом, а так само праз совместной активности показать іншим приклад того, что разом мы можем больше, про то, что на поле не имеет значения абсолютно ничего, кроме футболки, колера твоей футболки, и то только часово и умовно. На первую гульню в 2017 году организаторы инициативы с большего собирали своих сябров и сябровок. Але уже на другой встрече стало зрозумело, что мероприемство жить и без сябровской поддержки. Да, это здорово, что есть какие-то такие штуки, которые могут объединять людей. Вот. Ты можешь прийти совершенно один и насладиться футболом, насладиться своим каким-то любимым делом, поиграть, расслабиться, развеяться. И тебя примут очень дружелюбно. Там все было очень круто. То есть ты играешь в футбол, рядом с тобой играет в футбол девушка, рядом с тобой играет в футбол какой-то ребенок, и вы все такие бегаете, и очень все здорово, весело, интересно. На сегодняшний день было проведено каля 10 гульняў не только у Менску, але и у інших городах Беларуси. Инициатива вошла у шорт-лист лауреатов на национальную правооборонную премию, как инициатива года. А так само на премию молодежного совета Рада, как знаковый проект 2019 года. Сойдут снеги, и вот этой весной мы продолжим ее. И, максимум, будет что-то інше, цікаве, може бути навіть крихку змінює формат. Короче, це такий початок. Я сподіваюся, все буде вельми круто. Хлопці підкреслюють, що обмежування для удзелу у імпрэзі просто не існує. Гэта цалкам бясплатна і безпечна. А ў футбол могуць гуляць усе незалежна ад узросту ці полу. Галоўнае, каб у задавальнення. Мара Арцбашева, Белсад.